твою мать! Ладно. Я не знаю, куда нам бежать. Я просто малейшего представления не имею. Ребята, они нас запалили. Это первая игра. То есть, не первая игра. Какая нафиг первая игра? Это первый раз, когда они, нас, когда они на нас нападают. Нет. Пожалуйста, я хороший, я очень хороший. Вы себе не представляете, ребят, я ваш друг. Не надо, то есть, я очень послушаю. Что такое? А как убежать? То есть мы тут появились, а дальше что? А дальше что? Ага! Смотрите, то есть на карте пока... То есть первый раз они нас убили, я, ребят, я ничего не смогу сделать, они очень шустрые. Я пока что еще даже не знаю, как они от них убегать. То есть видите, они нас могут обнаружить, но если постараться, то нет. То есть я извиняюсь, что они меня первый раз убили. То есть я еще не приспособлен к таким путешествиям быстро. Я молчу, просто я не знаю, что сказать в данный момент. Не знаю, что мне делать. Он меня заметил? Он меня почти заметил, но не до конца. Фу, мы уже рядом. Сейчас можете замечать, идите вы в жопу. Ребят, я даже забыл сказать поздороваться. Всем привет, с вами снова Эдисон. Мы просто продолжаем играть в эту, ну, на данный момент классную игру. Замечайте, вот сейчас иди сюда, кто хочет меня заметить. Вот ты, замечай, давай, быстро. Давай, замечай, я хочу, чтобы ты меня заметил. Удачина тупая. Закрыть. Погоня отстала. Сейчас крутые, да? Фу, так. Ребята, перед тем, как что-то сделать, у нас есть какие-то навыки. Вот, уровень силы. Сила позволяет, я понял. Научитесь атаковать с высокой точностью. Попадание тупым оружием в голову врага, можете его оглушить. Во, это классно. Больше ничего нету. Ну, ловкость уже почти. Так. Возвращаемся. Фу, ребят, ночь тут настолько стрёмная, что вы себе даже представить не можете. Может, вы ощущаете, да? Но я вообще... Вроде это не хоррор, можно сказать, ну, в какой-то степени, да, но... Так, ладно. То есть, ладно, смотрите, вот сейчас они нас не заметили, да? Сейчас, когда, после того, как они меня убили, второй раз они меня не заметили. А когда они меня заметили, как это было, в принципе, по сюжету, да, то, что мы там находились, они нас 100%, ну, как бы, они нас заметили, и нам нужно было убежать. То есть, а как мы убежали, если мы даже толком ничего не пробежали, и, а они уже нас как-то непонятно как догнали и убили прям, да, не то, что с пару ударов, а прям вообще взяли и сразу, извиняюсь, можно сказать, убили. You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that. И сейчас мы опять куда-то пойдем ночью, да? You just decided that I'll go. Are you serious? Ночью. This Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Ну да, все стремаются, всех очко поджало, а я должен идти. You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue.
Rice's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Ночью. Вы твари с ума сошли. Вам-то может и пофиг, но я стремаюсь. Повышение уровня выживаемости. Класс. Так, ща. Вот. Фу, дальше. Научитесь лучше торговаться. Цены в магазинах ниже. Нет. Научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами заморозок. О, это можно. Это всем нужно показать, на что способно крафтинг тут и насколько он крутой. Это нужно всем показать. Я, в принципе, тоже хочу узнать, но я думаю, вам будет интересней увидеть сюрикены, замораживающие, огненные или еще какие-то, чем покупать вещи на 10% дешевле. Поэтому бред какой-то. Но потом может и купим, фиг его знает. Только вы ночью посмотрите на улицу. Там уже стрёмно. Познакомиться с Раисом. А нам нужно ночью выходить. Crane, can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long. He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Сзади дебила пробежали, и он нас заметил. We'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? То есть, смотрите, им даже похрен, что мы перелазим, залазим. Они нас в воздухе бьют. Охренеть. Где я? А мы можем переночевать вот тут, потому что я сейчас обделаюсь от страха. Вход в безопасную зону. Ну тут мы можем хотя бы посидеть немного, я надеюсь. Отхилиться никак нельзя, то есть вещей тут никаких нету, записка есть. Ну хотя бы какая-никакая безопасная зона. Ждать до утра. Я обделаюсь сейчас. Потому что это реально стрёмно. Настолько, что... Фу, лучше днем туда пойти, чем ночью. Согласитесь. Ну, может, для кого-то интереснее, как я пугаюсь, но все же. Можно что-то взять. О, статуэтка зомби. Так, ладно, потопали дальше. Вот сейчас уже, в принципе, кофе. Сейчас уже мы можем идти и не стрематься. Фу, ладно, побежали. Хотя смотри, там на карте слева. Это то есть выживший, да, его можно спасти. А нет, это люди. Ага, можно ухиляться, я понял. Так, сейчас, дайте я пойму, что лучше делать. Одного убили, другой убежал. Да убежал, пофиг, зато мы одного убили. Так, ща, отхилимся. Ну, выносливость тут очень быстро кончается. То есть нужно рассчитывать удары. Удары. Ух, охренеть. 40 баксов, нормально. Побежали дальше, ребята. Побежали быстренько. А тут мы можем что-то найти, что-то полезное? Вот так, простая труба.
Нужны отмычки, нужны отмычки. Отмычек у нас ноль. О. Вещи можно чинить, это очень классно, что они это сделали. То есть они тут ломаются, да? Если бы не ломались, то... Что означает этот знак? Я просто сейчас как раз правила дорожного движения изучаю, хрен его знает. Вроде уступите дорогу, да? То есть тут главное... Ну, короче, вам это пофиг, да? Ну все же, я просто сейчас, знаете, изучаю правила дорожного движения на права, то есть сдавать. И поэтому мне это все нужно знать. Так, опять вот этот громила. Опа. Фух, слава богу, не попал. А то есть не попал. Карахим, I'm here. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Здрасте. Don't shoot, don't shoot! Hands up! What the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? Alright, what does he want? I've come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. Alright, let him through. This ought to be entertaining. Вот так нам нужно заходить? Походу, да. How long have we been friends, Osman? We have been friends for a very long time. That is why I'm so surprised that you would steal from me. Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Very simple. Your right hand or your left? Left! Was that my left or your left? Офигеть. You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. For Antasy, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rice will consider giving your people some antazin. Understood? I don't seem to have a choice. Perceptive. А почему эхо такое в этого чувака? А все другие нормально разговаривают. Рука. Он отрубил ему руку за то, что он у него что-то украл и оставил этот меч тут. А если мы украдем, валим.